Всем привет, меня зовут Елена, я сотрудник компании Skinny Body Case. Сегодня у нас вторник, 5 апреля. Сегодня я снимаю видео со своими детками. Привет, привет. Старшим Андреем, старшим средним Денисом, и еще третий у нас находится в садике. Как видите, мы живые, я мамочка, у меня трое детишек. Нет ничего такого криминального, чем я занималась в интернете. Во-первых, в компании я уже почти 2 года. Некоторые из вас это знают. Так вот. Скажу, что было страшновато, да, присоединяться к этой компании, потому что я тоже думала, что меня обманут, также думала, что, ну, как обычно, я знаю, в интернете очень много сейчас развода, и чтобы найти нормальную работу, я столько информации перерыла в интернете, вы даже себе представить не можете, сколько мне стоило это труда, времени. Ну, а тут как-то я сидела в одноклассниках, как и вы, на то время я играла в игрушки. Ну и, конечно, искала себе какую-то подработку. Вот когда я наткнулась на эту компанию, также видела девочек, фотографии девочек с деньгами, вообще, как они живут, как они вообще все такие довольны, мне стало интересно, что же они такое там делают, что они каждый четверг получают свою зарплату, в общем-то. Ну, я сделала запрос, мне ответила девушка, знаете, девушка ответила очень приятная, она мне все подробно и досконально показала, рассказала. Я, конечно, у меня были сомнения, я начала говорить, а почему так дорого, почему такой вход? Ну, потом поняла, что если я сейчас не присоединюсь к этой компании, не рискну, то я потом всю свою жизнь буду жалеть. Я буду также искать, мыкаться, пыкаться по этому интернету, искать себе что-то, ну, подходящее. Потому что я очень много до этого перерыла уже информации и ничего толком найти не могла. Так вот, в этот же день я со своими страхами и рисками, я себя преодолела, я нашла денежки, зарегистрировалась, начала свое обучение, начала работать. Я поняла, что вообще все классно, что не надо ничего бояться. Если ты ничего не попробуешь, ты так и будешь сидеть у разбитого корыта. А деньги были очень нужны, потому что с 3 детьми на самом деле сейчас в наше время это очень тяжело. Каждого надо накормить, одеть, обеспечить, в общем, хорошее будущее. А наш бизнес, он, друзья, передается по наследству. Я такая же, как и вы, я ничем не отличаюсь. Вот там вот находится мое рабочее место, где я каждое утро и каждый день работаю. Дети мои перед вами, третий в садике. Так что я обычная, я такая же, как и вы. Я не особенная, я такая же, знаете, была, как вот сейчас у нас есть мамочки, они также работают, у них у кого-то вообще грудные дети есть, и они находят время, чтобы заниматься этим бизнесом. И вы поймите, если вы сейчас не сделаете свой первый шаг, я знаю, что многие из вас говорят, что вот, мне очень нужны деньги, не бойтесь сделать этот первый шаг, сделать навстречу своей судьбе. Все, что от вас нужно, это, значит, решиться зарегистрироваться официально в этой компании, начать свое обучение, начать работать. Вас всему научат. Обучение у нас бесплатное. Девчонки, вы же мамочки, вы не бойтесь, ну не бойтесь вы присоединяться к этой компании. Я знаю, как вам сейчас тяжело. Мне было точно так же тяжело, пока я не попробовала. Я абсолютно свободный человек, я работаю дома. Никакая работа по найму мне не нужна. Я никогда туда не пойду. Поэтому, друзья, я вам сейчас желаю всем удачи. Включите голову и просмотрите еще раз внимательно всю информацию, которая вам предоставляет, и вы поймете, что вы зря сидели столько времени и думали. Потому что реально люди сидят час, два, там, год в интернете месяцами и думают, смотрят, наблюдают за нами. Вы за это время уже могли бы очень хорошо зарабатывать. Поэтому всем пока. Я желаю всем удачи. Всем пока. Пока.